Получится разговор. Согласно постановлению Совета народных депутатов. Где он? Кто? Герш. Мне скажут, что он здесь. Йо, такой человек. Это легенда, Йо. Хоть посмотреть на него хотел. Где он? Ушел. Черт. О, приказываю ему. Комиссару продовольствия Кагану АЭС. Отдохни. Чистый медведь. Ведь какая сила непомерная. Такого старика не убить, ему бы износу не было. В нем 10 зарядов сидит, а он все лезет. Мелешь больше, куда? Помер и помер. Все одинакие. Ну где все-то? Вот вспомни, сколько мы с тобой стреляли. Один молит о пощаде, кричит. А этот хоть бы что и слова не скажет. А ты говоришь, все одинакие. Да все одинакие! Я их не разбираю. Не жалей, Саша. Мы власть, государственная власть. Это надо помнить. Юр, ты не понимаешь. Ты не одессит. Ты просто не можешь понять. Это же такой старик, это же вся Одесса. Мне 3 лет не было, я знал за него. Ответь мне, как большевик. Такой человек нужен будущему обществу. Я не знаю. Может, и не нужен.
Кто такие? А ну, расступись, стрелять буду! Богом клянусь, нам схоронить велели. Куда его теперь? Я в Бессарабию пойду. Я думал, вы с нами. Люди за Герша простить не хочут. Никак не хочут. Миша, резать пойдут. Придержи людей. Не можно такое терпеть, Миша. Сердце плачет, кровит. Не одни мои горят. Мазута, Лёва Кацап, а остальные... Придержи их, Цыган. Но не сможем мы против красных. А я попробую договориться. Миша, лечь под них можно. Договориться не можно. Сход люди просят. Будет сход. Скоро. Пока пусть все подождут. Я прошу. Недолго. Пошли. Задумал что-то? Будем посмотреть. Доброй ночи, Саш. Миша. Я не знал, что Герш... Я был против, Миша. Да. Натворили вы делов. И главное, живете так запросто, без охраны. А мало ли придет кто. Ну ладно. Не труситесь. Меня не убивать пришел. А что, что вам нужно? Разговор имеется. Они тебе не выпустят. Могут. Да и что ты лезешь? Это ж дурость одна. Майорчик, не колотись. Не с такого вылазили. Да в том-то и дело, что не с такого. Да он же не просто бандит.
Вы же знаете, что он помогал нам и не раз. И то, что он сейчас предлагает, как раз... То, что он сейчас предлагает, абсолютно неприемлемо. Почему? Товарищ Фельдман, я поражаюсь вашей близорукости. Вы что, не понимаете? Японец загнан в угол. Это единственный шанс спасти свою шкуру. Саш, Софья Павловна права. Мы их прижали. Пара-тройка операций, и в Одессе не останется ни одного бандита. Если бы не Петлюра, мы вот бы... Вот именно, если бы не Петлюра. Только Петлюра сейчас в 100 верстах от города. Григорий Иванович, ну вы что скажете на предложение японцев? Вы за или против? Я против. Японцу веры быть не может. Вы не знаете уголовных. Верить этой шушере все равно, что пальцы себе жечь. Сдадут при первом случае. Надо бы людей подтянуть. А то мало ли что. Ты о чем ты говоришь? Тут народу человек 30 болтается. И пулеметы. Вон, кроме тех двух, еще двое. И на чердаке один. Так что отбить не отбили бы, а народу поклали. Не, майорчик. Тут чистый фарт. Я полностью согласна с товарищем Котовским. Вне всякого сомнения. Ну, я не знаю, товарищ. Я передал, вы решайте сами, только решайте быстро. Японец сейчас придет. Что? Японец придет сюда? Да. Я гарантировал ему полную неприкосновенность. А кто вам дал право гарантировать ему неприкосновенность? Если японец сейчас придет, то его нужно немедленно арестовать. Софья Павловна, я дал слово, понимаете? Саша, тихо. Тихо, товарищ. Японец не придет. Ну, вы сами подумайте. Он что, идиот? Да ладно, что ты колотишь. Товарищ Тоцкий, тут до вас. Говорит, что вы его ждали. Не помешаю. Даешь революцию, товарищ? То, что было, то, считай, проехали. И за наших, и за то, что ваши там понаделали. Предлагаю забыть. А так одна только польза. С меня 2000 человек. И таких бойцов, что это что-то страшное. По-вашему, полк выходит? Ну и с оружием никаких расходов. Оружие есть. Пулемет есть. Ну ладно, я сказала, вы решайте. Опять же, Петлюра под боком. 100 верст от Одессы. А вы, значит, будете командиром полка. А что такое? Не похож? Так я пошью себе галифе, как у Григория Ивановича. И поброюсь наголо. Юр, 2000 бойцов, тут есть о чем подумать. Не бойцов, а бандитов. Да что вы уперлись, бандиты, бандиты. Это еще разобраться, кто бандиты. Товарищ Стоцкий, я категорически против этой авантюры. Доверять дело революции уголовной сволочи? Мадам Соколовская, не рвите гланды, простудите. Что? Заживают долго. Значит, расклад такой. Я сказал, вы послухали все. Что решите, то и ладно. А я пошел. А то дел аж спину ломит. И вы его отпустите? Идите, Миша. Мы подумаем. Отпустите, товарищи. Ну вот, а ты боялась.
Согласны? Считай, что да. Они ж парни не дурные, только хитрые. Так и шо? Шо, так и мы не с помойки взят. Да шо ты все, ты можешь толком сказать? Буду думать. Так а мы? А мы на море. Скупаемся хоть. М? Пойдем. Довольно паскудно мне такое слышать. Миш, ты меня извини, или я что-то попутал? Они же моих под пулеметы ставят. А ты такое предлагаешь? Они дают амнистию. Все, кто войдет в полк, за все забыто. Вот спасибо. А что мне с той амнистией? Что, мне под пули лезть с этой амнистией? Так и тут под пули. Они же не уймутся, кацап. Они же со всех сторон обложили край. А Петлюру откинут и по новой примут. Нехай. А я схоронюсь. Так схоронюсь, не отыщут. Зато рвать их буду. Зубами рвать. Ладно. Я так скажу, Миша. Мои не схотят. Когда такое было, чтоб цыган и воевать? Так что твое слово верхнее. Ерш тебя поставил, земля ему пухом. Но тут дело особое. Мазута, Моня, Штив, какое ваше слово? Так я скажу. Красные уже не уйдут. С ними жить. Я сам не из таких, чтобы перед ними на цирлах швейцать. Только мне ховаться надоело. А сейчас им подмогнем, после с нами совсем другой разговор будет. Так что пусть люди сами решают. Не держите никого. А кто со мной не схочет, не надо. Лыхаем. Вы мне скажите, куда это годится? Прибегают нервные все при оружии. Потом ой, хватают за руки, хватают. Что они меня хватают, а? Пан генерал, я вам скажу, что при всем моем уважении, это все-таки, я вам скажу, не солидно. Дрейра не надо хватать. Если пан генерал хочет побриться, то Дрейр с великим удовольствием. Пожалуйста, наклонитесь. Дружки, будем делать затылочек. Товарищ комбриг, извиняйте, тут до вас какой-то фраер. Кто такой? Не могу знать. Выглядит фартово. Говорит, что ваш знакомец. Веди. Есть. Почтение, Бандри. Почтение? Я это, Григорий Иванович. Зачем пришел? Да разговор есть. Погоди, ну еще не все. После. Выйдите, обождите. Я, конечно, обождать могу, но я скажу. Знаете, когда броешь по-горячему, это одно, а когда броешь уже холодно, это, знаете, две большие разницы. Почтение, Мишенька, почтение. Заходите ко мне, когда будет секундочка. Подправлю ваши листочки. Все непременно, пан Дрейер. Ну, говори, раз пришел. Григорий Иванович, да хотел у тебя спросить, что ты думаешь за мой расклад? Я думаю, тебе в армию лезть не надо. Я в ревкоме так сказал. А чего так, а, Григорий Иванович? Или там уже некуда? Потому что ты бандит. Григорий Иванович, ясно. А ты, значит, у нас из церковных певчих. Да на тебе такие дела, Григорий Иванович, что мне... Рот закрой.
Запомни, японец, ты мне не друг. И то, что ты супротив меня пошел, я не забыл. Так что красным не суйся. Хватит на них Котовского. Душевный разговор. Значит, ты у нас один. Герой, народный мститель. А всем остальным по холодку гулять, так? Я тебя предупредил. Не имей больше задерживать. А то голова остынет. А по холодному какое бритье? Не бритье, а каторга. Саша, это надо видеть. Здрасте вам! Здрасте! 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 Здравия желаю, товарищ! Саша, залезайте уже и поехали. А то народ в полк кинулся поступать, так там уже дав. И запел лимончики, мои лимончики, иди растете в зоне на балкончике. Ай, лимончики, мои червончики, иди растете в зоне на балкончике. Ну вот, Саш, штаб. Сейчас будем записывать. Миша! Миша, извиняйте. Бонжур, Миша. Я извиняюсь, Миша, но что вы себе думаете, а? Ну что, я уже допиваю другую кружку пива, а никто не чешется. Либо уже пусть народ впишет, либо Миша их развезет на раз, два, три, это я вам говорю. Йоник, ну сейчас всех впишут, имейте терпение. Ради меня, Миша. Так, товарищи, не налегайте на пиво. И хорош босячить, что заплювали тут все, как не бойцы, а черт-ти кто. Так, хлопцы, слушай меня все. Сейчас заходим по одному. Фамилия? Ты шо, умница? Вонишь, не признал, что ли? Пиндос. Говорю, имя и фамилия. Порядок такой. А, пиндос. Пиндос, не мотай мне нервы. Я сказал, без кликух, имя. Христофор. Христофор? Угу. Фамилия. Апостолокакис. Как? Шо как? А. О. О. Сто. Сто? Сейчас не спеши. Сто? Ну. Ло. Апостолокакис. Апостолокакис. Христос Апостолокакис. Да. Так все, иди. Так следуй. Деловая колбаса. Миша. Пани Бась. Миша. Ну на это же больно смотреть, пани. Ну, не рвите мне сердце, Миша. То и помыслить не можно, как стало при новой власти. Вы устроили такой холомес, что я уже без ног и дрожу вся, как птичка. Пани Баси, когда евреи не мучились? Дышите ровно. Вы знаете, за меня не пропадет. А людям же биться за народное счастье. Да. Так что пир наливать с открытой душой. Ой. Леня,
Тас? Сделай два бокала. Вот так я скажу про пиво. Пиво уже все. Как все? Да потому что при такой жаре они глотают, как чайки. Но это плохо, что пиво все. Гуля, да. Давай на завод Санценбахера, и пусть они отгрузят 20 бочек Мюнхенского. Или 30 бочек Мюнхенского. И скажи, что я отдельно буду благодарен. Ой, Мишечка, ну ты даже не представляешь, такой гембель на мою больную голову, что я уже пойду, да? Фамилия? Гижечка. Вот, Марик, ты всегда был Мугенштейн. Какая Дижечка с переляку? Да по мамаше я Мугенштейн. А по папаше я Дижечка. Марк Спиридонович. И желаю, чтобы было по-папашиному, понял? Миш, я так не могу. Отойди! Ну, потолкайся. Миш, я так не могу. Вот они не слушают. Вот, контора пишет. Имею представить. Петро Уманец. Фельдман. Петро. Ну что ты, давай работу. Есть. Давай работу. Отойди. Ты же потолкайся. Давай. Дижечка так Дижечка. Марк Спиридонович. Марк Спиридонович. Иди. Я вам говорю, когда Петлюра увидит таких орлов, ему будет не смешно. Думаете? Или. Ему будет страшно. Или. Обманули Галю, забрали с собою. Мама, а, вы посмотрите, какой мой же красивый. Ой, гарни. Видела же. Тихо, тихо. Подивіться, хто до нас прийшов. Йой, Мишаня, це ти? Це я. Це ти, Михайло, йой. Що ще не похож? Ти тільки не придумав, Мішка. Ну, повернися. А ну. Ну і придумав. Здорово, да не помните, что, Сань. Записался бы до меня. Петлю рубить. Ага, зараз. А что такого? А ему что дома нема що робити. Так, сідай, їж яєчко. Шурочка, їж яєчко, бо воно золотое. Ні. А кому петлю рубить, а кому мама плакать, на. С чего вы будете плакать, мама? Ой. Да его могут убить или поранить. Ты что, не понимаешь? Да что вы такое говорите? Я знаю, что это. Мама, я вас умоляю. Меня здесь раньше убьют, чем там. Мам, ну что вы? Он же у нас командир. Он будет в это смотреть, как вот. Бинокль! А ну, слазь, я сказала. Бинокль, шминокль. Мама, я таки командир. По-старому полковник. Ой, вы измираете. Еврей-полковник. Такое сказать. Стоп, я тебя прошу, уже прикрой свой фонтан, наконец. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Шура, слушай сюда. Но. У нас мальчик такой грамотный, он может стать и генералом. А мой гетьманом? Лыхай. Дома. Доба, иди кушать. Ой. Мэри, я что ты спрашиваю? Сидишь? Дай папе кушать. Иди кушать, давай, капусту. Сира. Мадам, шпионка, давай, иди, слезай, кушать. Берл, хватит там торчать на крыше, голубок. Иди кушать, иди к столу сына. Нет, вот это я не понял. Всех зовут кушать, а меня нет. А тебе не надо, сын. Ты эту жареную рыбу кушать не будешь. Это почему это? Она, сыночка, воняет луком и еврейской судьбой. Да, Мойша, тебе теперь только фанкони положено кушать. Ну, посмотрите, ну какой благородный, ну это ж невозможно. Ну ты как? Тихонько, ты сломал руку. Все так же. Миша, не дави мне на нервы. А я вот красным командиром стал. Да? Ну и дурак. Что дурак? Петлю руби. Может, и ты с ним? Да не, я бужаловки, я с ним. Все,
Софа, ну где же ты бегаешь? Это некрасиво. Я тут такое видела. Я Мишу видела. Цель, ты что, не слышишь? Очень интересно. Ой-ой-ой, а вот интересно. Он теперь знаешь кто? Он теперь командир. О. Красный командир. Что? Какой командир? Красный. Софа, не болтай этих глупостей. А вот и не глупости. Я иду, а он едет. В военной форме, в фуражке, в сапогах. Красивый, просто офицер. Ты мало ли что украл кого-нибудь? Нет. Он сказал, что теперь в Красной армии на фронт поедет. Как на фронт? Ну да, на фронт. И майорчик, и все. Я знаю. Что? Ну, что, Миша к этим привязался? Об этом все говорят. Фелли, что же ты мне ничего не сказала? Я утром базар делала, так вы спали. На привозе все уже об этом говорят. Что Миша большой начальник, что поедет на фрунт. С петлюрой биться, как его? Ну что же вы не жидкое не кушаете? Все уже остыло. Продукты только переводите. Зараз вторую принесу. Целя, а еще он сказал, что вечером придет. А где папа? Как он? Хорошо. Они с Софочкой ушли к тете. С ночевкой. А ты еще не пошла к тете. А я знала, что ты придешь. Осталось. Осталось. Значит, ты уже все решила? Да. Пароходы еще ходят. Но, говорят, скоро не будут выпускать. И когда? Через неделю. Через неделю. Ты можешь поехать с нами. Через неделю я поеду в другую сторону. Ну, зачем все это? Ну, скажи мне, ведь не поздно же еще. Ты можешь поехать со мной, Миш. Я же людей переполошил. И уехать. Ну и что? Ну и что? Ну, уедем и забудем обо всем. Это не важно все. Не важно. И не вспомню даже об этом. И будем счастливы. Не могу я сейчас. Может, после. Не знаю. Да ты пойми, я же закрутил это все. Если я сейчас уеду, люди не поймут. Я ж переменить все хочу. Я ж хочу, чтобы как нормально, как ты говорила. Но куда ехать? Или обожи пока, или... Или вы поезжайте, а я потом. Не будет никакого потом, Миша.
Вообще она скинула просто. И на пупку. Хлопцы, ща Миша пришел. Ща Миша. Натан, сделай, чтобы было светло. Ну что, батальон, смирно. Ну что вы, ровно не можете встать. Майорчик. Ну подровняй их, ну что такое? Да что хравнение, хромату могилу сравняй. Ты начальник шайбы или кто? Давай, говори! А ну стали ровно, не на бану. Миша, я, конечно, дико извиняюсь, а на что нам это ровно? Да потому что вы уже бойцы. Ну а вы стоите как басота. Ну, а зачем это ровно, Миша? Я вас умоляю, забудьте вы за эти глупости. Здесь нет мальчиков. Здесь все давно повыросли. Я вам клянусь, я же вам говорю не просто так. Я говорю, подумав. А. Бросьте вы эти манцы, Миша. Мы так сделаем все, что можем. А что мы можем, Миша, вы знаете. Тихо, тихо. Саша, скажите уже пару слов за обстановку. Это же вы видите, что это за люди. Товарищи красноармейцы! Что? Не шокайте в строю. Моя фамилия Фельдман, я комиссар полка. Поэтому прошу слушать меня очень внимательно. С сегодняшнего дня вы бойцы Красной армии. Регулярной армии. И поэтому должны вести себя не как гражданский элемент, а как положено. Да. Я опять дико извиняюсь. А ваш папа не тут, Фельдман? Что за зубы? Что? Тихо вы. Фельдман зубы дергает на углу торговой Грачевской. Да, мой папа дантист. Оперный театр. Я ж как раз до него собрал. Меня вот тут вот сверху дергает. Я клянусь. Шокает. Ну тихо. Шокает. Дергает. Аж спать не может. Вы скажите папе, что я от вас. Да, 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 да. Да, хорошо, я передам. Так скажите, Ёнчик на днях будет. Хорошо, я передам, да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Фельдман говори. Товарищи бойцы, меньше чем через неделю нам предстоит столкнуться с врагом. Очень хорошо обученным и очень хорошо вооруженным. И мы должны быть готовы дать Петлюре решительный отпор. Поэтому сейчас вам раздадут винтовки, и с завтрашнего дня начнутся обучение. Стрельбы, строевая подготовка и так далее. Времени очень мало, товарищи. Так далее, как ты. Что ты, беда? А то, что ты будешь? Поэтому, Миш, ну, чего болтать? Ну, все понятно. Да что маленький. Ну и все, налетай. Все, ну что, давай, ходи по одному. Давай, братва, налетай, давай, налетай. Набери. Дай. О, вот держи. Это я понимаю. Это моя мать. Майорчик, ты вот мне скажи, на что она мне нужна? На то, что вы солдат. Майорчик, так мы ж при своих. Я лично с этой бандуры ходить не буду, она попуда весит, на. Надо брать, а не гад. Правильно. Трейдер. Она ж мать, она ж хороших денег стоит. Так, предупреждаю сразу. Если кто своего винта куда сплавит, не дай бог! Не дай бог! Я вам говорю, буду проверять лично. На них на минуточку гроши плачены. И это вам не мамкины цацки. Там обменяться туда-сюда. Никакие они не солдаты, понимаешь? Не солдаты. Ну и что, а ты не знал? Да ну знал. Ух, да я думал. Они жулики. Жульманы. И останутся такими. Они днем делают вид, а ночью... Сегодня двоих прохожих ограбили. Им раздали винтовки в первый же день, нет 7 штук. Они их продали. Ну, народ. А что японец? Ну, что японец? Ну, он старается, он орет на них. Побил одного. А они? Чё, они извиняются, несут какую-то чушь. Они просто не могут по-другому, понимаешь? Это в крови. На фронте их просто перестреляют. И если они раньше не перепьются и не убьют друг друга. Юр, в общем, этот кабак надо закрывать. Ты со мной согласен? Нет, не согласен. Юр, ты не понимаешь ситуацию. Это ты не понимаешь, Саша. Положение на фронте аховое. Петлюра прет.
Все это население, все эти святые землепашцы, хуторяне, вся эта сволочь Куласка, все за него! Коней, провиант, все ему! У нас людей не хватает, боеприпасов. Поэтому банда японца нам нужна, я бы сказал даже, необходима. Перебьют, ну и черт с ними. Если они хотя бы на короткое время закроют эту брешь, уже хорошо. Смотри спортивно на этот балаган. А мне нравится. Веселые ребята. На вокзал пора прощаться. Да. Одно радует, что эта мерзость уберется из города. Надеюсь, навсегда. Ну что вы приперлись, а? Мы же уже попрощались. Как это приперлись? А проводить? Так уже же. Мэр, ты слышишь? Ну ладно, давайте, только по-быстрому. Вышли. Ну все, мам. Мэри, давай. Ну тихо. Спасибо тебе, братик. Бог тебя не оставит. Да? Ну ладно. А ты смотри, береги ее. Она же хорошая. Только дурная. Миш, может я это? Может я с вами, а? Куда с нами? Стой уже. Не, Сень, ты нас пока забудь. Вот вернемся, тогда может быть. Кстати, Берчику скажи, что если будет босячить, я ему приеду, ухи обломаю. Угу. Ну, хорошо. Ну что, сына? Ну что, батя? Ну, давай. Едь, если надо. Езжай. Ладно. Давай. Ну, идите. Что вы мне сердце рвете? Майорчик, уведи их, а? Ага. Мужчины! Идем, идем, идем. Все, хватит. За Юром, дир. Миша, я вижу очень мало ваших людей. По нашим подсчетам, должны быть человек. Это что заявление? Здрасте. Мишка, мы чуть не опоздали. Софочка, а куда вы чуть не опоздали? А я с вами, Миша, еду. А с какого перепуга? С такого. Я подрядился писать в 3 газеты. Корреспонденция с фронта. Так что я, Миша, еду с тобой. Ага. Левчик, ну ты что, сдурел? Софочка, уведите его отсюда. Миша, то он не хочет. А кто его спрашивает? Как это, а? Как это? Взял чемодан и шуруй отсюда, ой, давай. Миша! О, майорчик. Майорчик, Лёва, скажи ему, что я ходил в губком, Лёва, что я пойдёмте. Военный корреспондент.
Что такое? Тут Лёва у нас вагон просит. Лёва писать будет. То ты что, а что писать? Слушайте, кончайте этот цирк, уводи. Тебя только мне не хватало. Пойдем, Лёва. Простите, вы Фельдман? Я Фельдман. Я Майский. Объясните Михаилу Винницкому, что он не имеет права. У меня мандат, я приписан. Нет, читайте, читайте. Да подотрись ты своим мандатом. Я извиняюсь, Софочка. Миша, ты я ему говорила, он не слушает. Читайте, читайте, это мандат. Что это? Читайте. Миша, это правда предписание Губкова? Да. И что? Все по правде, вот печать. Он приписан к полку. Куда он там приписан? В психиатричке он приписан. Слушайте, а что если его убьют? Или покалечат, а? А вот это, Миша, уже не твое дело. Извините, Софа, пошли. Разрешите пройти в вагон? Михаил Винницкий, разрешите пройти в вагон? Да нехай едет. Ой, пропустите. Пусть едет, черт с ним. Лезь, хочешь лезь? Лёва! Взялся на мою руку. Миша, не переживайте. Все, Соф, все. Лёв, Лёв, я буду ждать. Софочка, не переживайте. Раз такое дело, я пригляжу. Лучше скажите, как там Циля? Она дома, плачет. Плачет? Ну, правильно. Софочка, передайте ей, что ага. Я... Ой. Скажите, что Миша... Ага. По вагонам! Ладно. Живы будем, не помрем. Софа! Лёва! Лёвушка! Я буду ждать! Я буду писать. Давайте, давайте. Садимся. Давай, давай быстрее. Майорчик, прыгай. Хорошо же в мягком, Саш. Когда еще придется? Да, а то я тоже как-то все. В арестантских путешествую. Так и я потом же. А что вы как будто кислого съели, я не понимаю. Миш, разговор серьезный. На отправку мне явилось 500 человек. Да в курсе. Сдрейфили, гады. Миш, у меня есть приказ. В общем, если случаи дезертирства повторятся, я имею приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты Миш. Миш, я не шучу. Полк должен доехать до позиции в полном составе. Так что, если кто-то что-то... Саша, если кто-то что-то, то это мое дело. Да вы не понимаете ситуацию! Да бросьте! Это вы не в курсе за расклад. Саша, если вы тут намылитесь кого-то в расход пускать, то вы считаете, что вы уже у Господа Бога. И его агитируйте с чистой душой за мировую революцию. Здесь не малина. Здесь Красная Армия, должен действовать закон военного времени. Так а я что, против? Если кто начнет дурагонить, я лично спрошу. Так спрошу, что мало не станет. Надо будет, рассчитаю, только я. Потому это такой народ, Саша, что если вы дернетесь... Они не поймут. А тут не Одесса, ЧК далеко. Ясно? Миша. Что еще? Погоны надо снять. Что снять?
погоны. Цацки эти, аксельбант царский, надо снять. В Красной Армии нет погон. Ну, у вас нет, а у меня будут. Ты посмотри, красота какие, они ж сияют. Миш, надо снять. Что ж вы за власть такая? Сами босяки и другим пофасонить не даете. Давай пройдись по вагонам и скажи, чтобы дисциплина была. А если кто шо, скажи, что я лично спрошу. На, выкини. А что вы тут стоите? Занимайте места по назначенным билетам. Это мое тут. И все, и дайте покой.